Приветствую всех! Сегодня будет супер новогоднее видео, не в нашем DIY формате. Будем сегодня кайфовать. Поехали! Погодка, погодка, ой-ой. Ребята уже катаются. А тут, бля, ветрище пипец просто. Очуметь. Блин, я все это забыл уже. Это что за синее вообще? Почему это красное? А, красный, синий, последний. А, вот так вместе? Да. Ладно. По-любому. А с этим что делать вообще? Попробую его на талию одеть. Да сколько хуй за талию вообще? Ладно, пойду. У тебя хвост какой-то. Я не знаю для чего это. Ребята, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю много свободного времени, чтобы творчество преобладало в вашей жизни. Чтобы на кайфурике оставалось максимальное большое количество времени. И вы всегда катались проводами меня сейчас. Как эмоциональная что часть. Земля вообще жесткая. Прям всем телом почувствовал. А, кайф. Красиво упал, да, меня закрутило. Я остановился в воздухе, а потом так упал. Он меня не подтянул почему-то. Он на большой крупах. Да. Надо управление очень быстрым сделать, чтобы это хорошо пошло. А у меня очки. Почему у меня один глаз не видит? Я кровь, по-моему, да, вроде. Серьезно? Да. Второе, с Новым годом вас, с Новым друзья! Годом, ребята!
такой вот денек, друзья. Выходной. Побились немножко планету. Это кайфово. Размялись. Всем здоровья. До вечера. Прогноз супер. Да. Хорошо вечер. День провели. Вечер. Тянем, потянем. Открытие сезона 23-го года, в новогодний период, не обошлось без происшествий. Спасение прошло успешно, благодаря главному конструктору КВ Морозова. Усталый и довольный, едем обратно домой. Готовиться к вечерним гуляниям на моноколесе. У нас такой экстремально спортивный Новый год, друзья. Всем такого желаю. Вселенная даже дала возможность самоутвердиться в глазах товарищей кайтеру путем спасения из дерева падающей и умирающей птицы. Ученика. Ну да. Друзья, уже ночь, 1:30, а мы пилим на колесах на елку. А что-то никого нету, да? Да, катать по такой поверхности абсолютно невозможно. Вот так вот. Пешкодроликом. Агатан. Моноколесная тусовка на елке что-то очень плохо собралась. Всего лишь 3 человека. Наверное, это из-за поверхности. Свежий снежок выпал около 10 сантиметров. И реально ехать очень тяжело на моноколесе. Поэтому посетили елку, посмотрели, двигаемся. Сейчас поедем воровать гвоздя программы черного кролика. Где кролики? Ищем кроликов. Ищем кроликов. Где кролики? Большой и страшный серый волк. Я в крольчатах знаю толк. Ага, это белый. Серый белый. Ага. О, кролик, иди сюда. Иди сюда. 2023 год. Год черного кролика. Рыжий не тот. Не тот, не тот. Друзья, белый кролик. Ау, нам нужен черный. Черт, он был. Это белый. Блин, нужен черный. 2023 год. Черный кролик. Мы его нашли. Друзья, с новым
2023 годом, годом черного кролика. Уши покажи. Хорошо видно? Счастья, радости желаю. Всем удачи, добра и всего подобного. Творческих успехов. Все.